doing? Папа, ще точно такой же костюм. Вот Воскова бежит. Я нашла нашу. Вон они, фрукты. О, вот Алиса! Кто рядом? Так ты встань! В толпу-то! Печеньки! Мороженое где продают, давай. Ну, ближе к площади. Я вас не вижу. Thank you.
Ah!
взяли свои аншлаги. Вот здесь лежат аншлаги. Заберите с кассы, пожалуйста. Старшая группа. Thank you.
По-разному, но для вас просто Петр. Очень приятно. Министр культуры Российской Федерации Мединский Владимир Ростиславович. Заместитель министра культуры Российской Федерации Перумов Григорий Ульянович. Председателя правительства Кировской области Александр Александрович Галицких. Глава департамента культуры Кировской области Сырцев Павел Николаевич. Глава города Кирова Владимир Васильевич Быков. Города Кирова Шумайлова Светлана Витальевна. Художественный руководитель Пермского академического театра Мильграм Борис Леонидович. Доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук Савиных Виктор Петрович. Советник президента Лигурии сеньор Маура Галацци. Ну что, дорогие друзья, а вон и гости наши дорогие пожаловали, подходят к нам. Давайте встретим их бурными аплодисментами. Существует на вятке легенда одна. Когда гости к нам напрочь забыть, надо сказочные игры на вятке открыть. Эх, я за игры всегда, тем более, когда спешат гости издалека. Народ честной, не унывайте, и друзей дорогих скорее встречайте. Сказки к нам пожаловали из всех властей и даже много заморских гостей. Заморских? Во многих уголках бывал, но такого чуда я не видел.
солнечной Испании и Болгарии спешат провести свои состязания. Вижу, идут гости дорогие из Грузии, Сербии и Черногории. Давайте поприветствуем нашу колонну бурными аплодисментами. Эх, долго я по миру ходил, много разных сказок слышал. И русские, и итальянские, и даже английские. Но вот так, чтобы все вместе, никогда не видывал. У нас на Рябке и не такие чудеса случаются. Встречайте, к нам спешат гости заморские из солнечной Италии со своим сказочным персонажем «Красная курица». Мистер Бацман и барон Мюнхгаузен из самой Германии. Ох, Синтерклаас и Черный Пит из Нидерландов пожаловали. Золотая девочка из Болгарии. Варя, пастушка светлячков и Соломура, пастушок божьих коровок. Да не откуда-нибудь, а из самой Грузии. Мама Биберче и чего из Сербии. Из самой Черногории, царевича, встречайте и девушку, что быстрее коня. Марья Искусница, тетушка Крапива, Ерошка Малиновой, Малиновой Антошка и Малиновой Алешка из русских областей ждут ваших аплодисментов. С ними же выходит Бежецкая Малинка, Тверскую область представляет Данилия и Хав. Слышу, слышу, царевна лягушка идет. Да не одна, а с Емелей пожаловала с Ярославской области. Калибятско-сибирский колобок и от бабушки ушел, и от дедушки ушел, да на игры к нам пришел. И не один, а с Параскевой хозяйкой дома пожаловал из Ульяновской области. Ох, сейчас все инеем покроется, да летом снег выпадет. А это еще почему? Они издеваются. Сам архангельский снеговик к нам пожаловал. Встречайте гостей дорогих, Кота, Хана, Кыш-Бабая и Каргызы из Татарстана. Гости наши дорогие идут, в четвертый год на Рябку приезжают. Тол-Бабай и Лым-Ыныл из республики Удмуртия. Соловей-разбойник и Крошечка-Хаврошечка из Курской области приехали. Вижу, земляки наши идут, ветчане. Встречайте, шахматные король и королева. Научат играть вас в шахматы смело. Вятский лапоть и лёли к нам спешат. Да скорее хотят в игры поиграть. Вижу, Ярослав Глинышек с бабушкой спешит, Алёнушка и Баян. Васнецовская Снегурочка, Иван-Царевич с Еленой прекрасной. Богатырь Еремей и Лесная Бредевич. Наши вятские, ох и хватские. Низкий вам поклон, дорогие гости. На вятскую землю милости просим. А слово приветственное спешит молвить губернатор Кировской области Никита Юрьевич Белых. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня замечательная погода, замечательное настроение, потому что мы открываем четвертые сказочные игры на Рябке. Четвертый год подряд Рябка встречает своих гостей, своих друзей, которые, как говорил наш великий земляк Александр Грин, могут делать чудеса своими руками. Кировская область является очень сказочным регионом нашей большой страны. У нас родились и выросли знаменитые художники Васнецовы, которые отразили на своих полотнах знаменитые сказочные сюжеты. Много писателей и поэтов, которые воспаляли наши народные сказки в своих произведениях, тоже родились и выросли здесь. Именно поэтому Кировская область действительно является центром сказок всей России, всей нашей большой страны. Именно поэтому мы здесь проводим сказочные игры. С каждым годом у нас добавляются все новые и новые персонажи, появляются все новые и новые лица, и мы очень этому рады. Кировская область, город Киров, Вятка, Смынов, мы рады приветствовать наших гостей. Мы рады быть вместе с вами. Мы рады вместе с вами создавать радость и делиться этой радостью со всеми. С праздником вас, дорогие друзья! Слово предоставляется министру культуры Российской Федерации Владимиру Ростиславовичу Мединскому. Дорогие друзья, замечательная идея сказочных игр. Очень, я бы сказал, русская идея, потому что
наша страна это вообще славится тем, что зачастую у нас может происходить самое удивительное, самое потрясающее, самые волшебные вещи, такие, что и не в сказке сказать, и пером описать. И в русских сказках, да и в сказках всех стран, синтезируется народная мудрость. Сказки учат добру, сказки формируют кодекс поведения. В сказках закладывается с юности, что такое хорошо, а что такое плохо. И поэтому идея проведения сказочных игр с приглашением сказочных героев из других стран – замечательная идея. Я желаю этому фестивалю развиваться, чтобы каждый год у вас было как можно больше сказочных, замечательных, ярких, добрых героев, чтобы наши страны, как хорошо сказано в девизе фестиваля, дружили сказками. С праздником вас! Слово приветственное спешит молвить глава города Кирова Владимир Васильевич Быков. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня действительно у нас снова в городе в гостях сказки. Приехали старые, появились новые друзья. Но я уверен, что сегодняшнюю сказку мы с вами когда-то потом в будущем сделаем и были. Я желаю сегодня всем хорошего настроения, успехов. И пусть ваши сказки сбываются. С праздником вас! Гости съехались на ветку со всего мира. Встречайте итальянского актера, режиссера, сценариста, основателя авторской школы театра в Лигурии, Италия, сеньора Лазаро Кальканьо. Привет, Киров. Sono molto onorato di essere nuovamente in Russia e voglio prima di tutto ringraziare chi mi ha concesso al teatro che dirigo l'altissimo onore di essere ancora una volta qui al Festival Mondiale della Fiaba a Kirov. Sono 3 anni che vengo in questa meravigliosa città che si affaccia sul fiume Vyatka e ogni volta sono sempre sorpreso dalla gentilezza e dall'ospitalità del popolo russo che mi ha sempre fatto sentire a casa, nonostante la difficoltà della lingua. Здравствуйте всем! Я снова имею честь быть в России. Прежде всего, я хочу поблагодарить тех, кто дал мне театр, которым я управляю, возможность побывать в Киеве еще раз. Здесь, на международном фестивале сказочных игр. Уже 3-й раз я приезжаю в этот очаровательный город, который расположен на берегу реки Вятки. И каждый раз удивляюсь вежливости и гостеприимству русского народа, благодаря которому я всегда чувствовал себя как дома, несмотря на трудности языка. Quest'anno poi sono particolarmente orgoglioso di essere qui nel 70° anniversario della vittoria della Russia sul nazismo, una dittatura feroce che è costata molte vite e che grazie al sacrificio e all'eroismo di tanti è stata sconfitta, permettendoci di vivere in un mondo migliore. В этом году я особенно горжусь тем, что нахожусь здесь на 70-й юбилей победы над фашизмом, жестокой диктатурой, при которой многие погибли, и которая была побеждена благодаря многим жертвам и героям, позволяя нам жить в лучшем мире. Io sono però un uomo di teatro e come attore e regista. Non dimentico che devo molto a tanti personaggi della cultura e del teatro russo. Fra tutti farò 2 nomi, Anton Chekhov e Maxim Gorky. In tutti i repertori di attori e registi di ogni parte del mondo non manca mai un'opera di questi straordinari autori drammatici. Однако я человек театра, и как актер и режиссер я не забываю, что я очень обязан многим персонажам русских культур и театра, Антону Чехову и Максиму Горькому. Потому что во всех репертуарах актеров и режиссеров по всему миру, по крайней мере, одно произведение этих замечательных драматических авторов всегда присутствует. Ma c'è un altro straordinario personaggio russo a cui tutti quelli che fanno teatro nel mondo devono tutto. Konstantin Stanislavski, l'inventore del metodo, l'inventore del nuovo modo di recitare a cui tanti che fanno teatro si ispirano quotidianamente. Но есть еще другой замечательный русский режиссер, которому все, кто занимается театром, обязаны. Константин Станиславский, создатель метода, создатель нового способа играть. Он ежедневно вдохновляет многих занимающихся театром. В конце концов, я бы хотела поговорить о важности сказок и важности занятий театром с детьми и для детей.
театре есть замечательный воспитательный потенциал, раз театр – это приглашение к размышлению. Театр имеет многочисленные педагогические качества, влияя на разные периоды роста ребенка и помогая развитию важных способностей – письмо, жесты, движение, звук, образ и знак. Элементы, которые дают смысл и значение в жизни человека и целого общества. Спасибо! Посвящили правительством Кировской области, которое устраивает такие прекрасные праздники девятилетия. Виват Кировский фестиваль сказочных игр, виват культура, виват театр, виват дети, а не будущее, виват Италия и виват Россия. Спасибо. Очень дорогие, in zweiten Jahren hintereinander hier in dieser herrlichen Stadt zu sein. Und wie auch in vergangenen Jahren werde ich heute mein selbstberühmtes Lied für euch alle singen. Thank you.
Давайте пойдем. Я съела один раз, да. Чего за ехал?
Про звериный запутанный след. Спасибо. Про звериный запутанный след. Про шороки ночные, про мускулы стальные, про плавные. Кто привык? Мы перешли эту дорогу, наверное, Ленина. Да, Ленина перешла.
Никому билет не заломати, никому кудряву заломати. Люли-люли заломати, люли-люли заломати. Я пойду погуляю, белую березку заломаю. Люли-люли заломаю, люли-люли заломаю. Люли-люли, ты кудочка, люли-люли, ты кудочка. А четвертую балалайку, а четвертую балалайку. Люли-люли, балалайку, люли-люли, балалайку. Это мы
Если мы не проходили эту ложку, или проливали, если мы не проходили, это нам не задавали. Парам-пам-пам, парам-пам-пам. Виктория, воды принести холодной? На, пока эту запей и в мусор выкинь. Моей спуске сочетушка крапива, Верушка малиновая, малиновая Антошка и малиновая Алешка ждут ваших аплодисментов. Давайте поаплодируем им. Ура! Вот. С ними же выходит Божецкая Малинка. Тверскую область представляет она. Вот. Нужно поближе подходить, героя встречать. Подходите ближе, подходите к нам. Хорошо.
А мы продолжаем. Следующих героев представляем. Царевна Лягушка.